приїжджала на місце комісія, там ситуація наступна. Тобто частина паркувальних стовбиків була знесена, і тому це дозволило паркувати автомобілі на тротуарі фактично. Тобто наша пропозиція дуже проста, необхідно встановити ті стовпчики антипаркувальні, які там були встановлені, а також подовжити їх до ресторану «Зебро». Також встановити відповідні дорожні знаки. Я думаю, що найближчим часом ми це зробимо. Дякую. Робіть, будь ласка, це який у нас район? Приморський? Зустріньтесь, будь ласка, з підприємцем. Ви знайомі з ним, так? Що ми там зробили пішохідну доріжку, це перше. По-друге, Біляєв тут, я бачу. Біляєв. Дмитрій. Що у нас і наші підозрювали? Що ми зробили там ліфт. Обезпечте, пожалуйста, я давав поручення, що ми обезпечили на лестнице, яку ми отремонтировали на 10-й фонтанно. З'їзд, Олексій Николаевич говорив, я говорив вам до цього ще, до совещання. Зробили направляючі для колясок? Геннадійович, ми провели роботу по поводу совещання з інвалідами. Я сейчас говорю не просто для людей, перемещающихся на колясках. Мамы с колясками, которые с детками опускаются на пляж. Я вас понял, там конфликтная ситуация непосредственно с людьми с инвалидностью, которые будут воспринимать это как спуск, и они против того, чтобы устанавливать эти аппарели. Но с другой стороны, я понимаю и ситуацию с людьми, которые будут с колясками спускаться, им будет затруднительно добраться до... Значит, вы повесите там разъяснение, напишите плакат большой с разъяснением. Есть. И говорите, что это спуск для тех людей, для мам с колясками, для тех, кто до велосипедистов. А если понадобится сделать спуск для людей с инвалидностью, то мы будем оборудовать его в другом месте, либо рядом там. Все, я понял. Для этого мы сегодня мы выезжаем в Одессе, дай бог, все будет хорошо, мы закончим первый такой, наверное, один из лучших пляжей для людей с инвалидностью. Который хорошо, что успеваем, несмотря на непогоды, до начала курортного сезона. Он единственный... у нас обеспечены все районы пляжами для людей с инвалидностью. Где мы можем, мы там делаем спуски эти. Где мы не можем, тогда мы оборудуем специально пляжи для людей с инвалидностью. Мы оборудуем специально для этого подвоз и соответствующие автобусы. То есть эта работа у нас организована. А где нельзя этого сделать или перестроить лестницу? Это лестницу еще до полбеды. А как им до воды добраться по пляжу? Поэтому существуют специальные пляжи для людей с инвалидностью, специальные места, отведенные для этого. И расписаны все в районах наши территориальные центры, наши службы расписаны, как обеспечить доставку, как и так далее. Но вот это то, что было на лестнице, рассмотрите и доложите мне. Есть. Спасибо.